Строительство ясли сада номер 2 в городе Нарьян-Маре находится на заключительном этапе. Отделочные работы почти завершены. 9 декабря новое дошкольное учреждение посетил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. О ходе строительства и сроках сдачи расскажем далее. Открытие нового ясли-сада ждут многие нарьян-марцы. Напомню, объект возводится в рамках национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на 60 воспитанников. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию немного затянулись. Изначально объект должен был быть готов 30 ноября. Но из-за перепроектировки строители планируют завершить строительство к 20 числам декабря. Садик современный, садик новый, как вы видите. И его, правда, ждут и ждут уже давно. И родители ждут, и дети ждут. Поэтому такое особое внимание к нему и жесткий контроль подрядчика. Даже в сложных, суровых условиях наших арктических, тем не менее, подрядчик заканчивает сад. И я уверен, что до конца года он его закончит. Строительство социально значимого объекта на особом контроле. Контракт с подрядчиком компании «Стройуниверсал» был заключен в 2020 году. На сегодняшний день отделка в здании почти завершена. Остались только пусконаладочные работы и оборудование мебелью. К 20 числам, 20-25 числам, может быть, подрядчик уже будет обращаться за получением заключения о соответствии объекта и дальнейшим его вводом в эксплуатацию. Поэтому осталось еще несколько недель до этого события. Мы со своей стороны регулярно следим, чем мы можем, да, стараемся помочь, поддержать. Работа не зависит, остается, в принципе, документальная часть, которая, если от нас требуется консультация, мы готовы оказать, но, в принципе, ждем только именно, да, вот, завершения пусконаладки и подготовки документов. Регламентные сроки подписания экспертизы на ввод в эксплуатацию – месяц. Но, по словам Артема Качанова, подрядчик регулярно предоставлял все документы, а они, в свою очередь, систематически их проверяли. Поэтому экспертизу можно будет подписать и раньше регламентных сроков. Не только мы ждем. Ждут дети, которые пойдут в этот детский сад. Ждут родители. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы навели здесь красоту, потому что в следующий раз я приду уже с родителями сюда. Ожидается, что уже в начале 2022 года маленькие нарьян-марцы будут ходить в современный и теплый ясли-сад. Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».